Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. Я тут сижу, все настраиваю, так непривычно. А стримим, значит, мы сегодня. Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. Я тут сижу на ВК стримим. ВК Плей Лайв, группа ВКонтакте Борода Плей. И также стримим мы в Twitch. Ютуб пока отдыхает, Ютуб не зайти, Ютуб не хочет работать, поэтому Ютуб пока в стороночке курит. Вот, друзья, всем привет, очень рад вас видеть, давно не стримил, давно что-то не общались, наконец-таки появился, будем стримить сегодня игру Warhammer 40,000 Space Marine 2. Вот так вот немножко запозднился, прибежал домой, сразу давай стримить. Итак, наливайте чаек, чаек-кофеек, берите вкусняшки печеньки, садитесь у экранов. Сегодня будем играть Space Marine, как я уже сказал. Так, начинаем новую игру, значит, подписывайтесь. Начать новую игру. Подписывайтесь, конечно же, на группу ВКонтакте, на ВК Play Live, в Twitch можете обязательно подписаться. Вот, так, отражение шлемов, да. Русские субтитры включим. Бля, пускай будут субтитры, мало ли что. Так, фон субтитров. А вообще нахуй надо, наверное, да? Выключим. Там все равно все реально по-русски. Короче, я игрушку-то пробовал. Игрушка-то прикольная. Размытие при движении выключить. Аудио. Так, все, далее, короче. А, в принципе, игрушка прикольная. Так, начать игру. Я немножко попробовал. Единственное, что играл на ветерана. И на ветерана очень-очень сложно мне показалось. Сейчас я послушаю, что у нас тут по звуку. Да вроде нормально. Вот. А, играл на ветерана. Мне показалось как-то чересчур сложно. И как бы я смотрел про эту игру, говорили, что игра реально как бы сложная. То есть как бы нифига там не просто. Будем играть на нормальной сложности, наверное. Чтобы особо не... Микрофон улетел. Чтобы особо не ебать мозги. Идет 41 тысячелетие, человечество находится на грани уничтожения. Охватившие всю галактику Империум, человечество со всех сторон осаждают враждебные чужаки. Изнутри ему грозят предатели и еретики, мать их. У меня кошка за телек пытается залезть. Это эпоха вечной войны, темные времена, где место посвящения заняло суеверие. Риторика и слепая вера. Жить в это время значит быть одним из бесчисленных миллиардов крохотными винтиком самого жесткого и кровавого режима, который только может себе представить. А самые могущие и грозные защитники Империума, космодесантники, биологически улучшенные сверхчеловеческие войны, а не последний бастион человечества на пути ужаса. Нет времени на мир, не будет ни передышки, ни прощения, едить его налево. Ух, блядь! Игра, говорят, прям мощная-мощная. Ну, посмотрим. In the green darkness of the far future there is only war. There is only war. Понятно, короче. В будущем будет только один пиздец война. Кадаку. Сектор MX-44-219-MAE. Imperial Heldric Residuum System. Летят какашки. Летят какашки какие-то, головастики. Я не знаю, я играю, короче, на ПК, я не знаю, взорвется у меня компьютер или нет. Говорили, что игра прям супер графика, вообще там какой-то пиздец лютый. Я поставил все на ультру, мне кажется, у меня сейчас комп просто сгорит, честно. Я на него там всякий вентилятор и лед сверху положил, чтобы он не сгорел. Ну, посмотрим, чем это все обернется. Так. По голосу не знаю, по звуку что там, будем сейчас смотреть. Я думаю, ну нормально, короче. Begin the greeting message. By an authority of Archomagus Nozick 812. 812? Код города, бля. Так, что там у нас? Ну-ка так. Кадаку, планета. Летят какашки, это мы видели. Какашки, сейчас, смотри, пишет. Трейд. Ксенос. Тираниды. Early stage evasion. Ага, понятно, вот это блоха. Все ясно. Is any bombardment preparation? Project Aurora present. Какой-то проект Аврора. Access denied. Absolute denied.
Я сейчас почитаю, что люди примерно пишут. Я ни хера не понимаю. Летят какашки на планету, все понятно, очень здорово, конечно. Что-то радар когда заработал. Хелл машин. Короче, разъебать их, короче, надо. О, да. Kill Team Primus. Deploy Viril. Послушаем, что говорят. Мощь. Ух, блядь, мощный, ребят, злющий. Кадаку. Окрестности пусковой площадки. Время с начала вторжения пирамидов. День 2. А, движение. Это командир истребительной команды. Проверка связи. Повторяю, это командир. Всем подтвердить работу Вокса. Вызывают. Мы упали. Твои позиции. Найдите различные трассы. Вирусная бомба у вас? Мир. Проклятье. Короче, играю на джойстике по любасу, потому что я пробовал на клаве играть, а мне не зашло, как всегда, короче. На джойстике мне сподручнее все-таки. Нажмите, чтобы прямо посмотреть статус. Потерял контакт с братом. Приближаюсь к пусковой площадке. Нужно защитить. Келстрас, Ульфар, двигаюсь к месту крушения. Как слышно? На связь с командиром? Никак нет. Ничего с момента падения. Я здесь, черт возьми. Келстрас, не слышно, ты командуешь. Какие будут приказы? Действуем по плану. Запустим вирусную бомбу в стратосферу. Взорвем и будем смотреть, как умирают тираниды! Да! Приятное будет зрелище! Должно быть, передатчик сломан. Наверное. А про эту игру, говорили, что здесь всегда на заднем фоне что-то происходит. Игра всегда двигается. Здесь ничего не стоит просто так. То есть нету каких-то вот статических картинок. Здесь, смотри, все что-то летает, все что-то стреляет постоянно. Ну пошли кого-нибудь зарубим уже. Задача ясна, нужно взорвать бомбу. А, присоединиться к отряду и взорвать бомбу, наверное, бежим. Пока, в принципе, это все напоминает God of War, еще что-то, в принципе, пока все стандартно, короче. Будем смотреть, что дальше. Какой-то говна уже за два дня успели нахерачить. Что это за говно за два дня образовалось, скажите мне? Как можно за два дня вот так вот Хармаганты. О. Скоро их тут будут орды. Ага. А нажмите рубеж, чтобы совершить легкую атаку. Как нехуй, я понял. На нахуй! Вот так вот, вот так вот, мать вашу! Ох, бляха, кровище на экране, это выебись так. А выживание, броня, урон, здоровье, нанесите урон, чтобы восстановить здоровье, недавно потерянное здоровье. Чё? Нанесите урон, чтобы восстановить недавно потерянное здоровье. Белая линия показывает максимальный объем регенерации. А! Ну, наверное, типа понятно, разберемся по ходу. Так.
Все стандартно, все стабильно. Ничего нового, блядь, мне тут не расскажут, наверное. Все как всегда во всех играх. Друзья, напоминаю, что YouTube у нас отдыхает, скорости на YouTube нету, ничего нету, VPN я не стал пользоваться, потому что не у всех он есть, и не все смогут посмотреть, не смогут смотреть трансляции и прочее-прочее. Поэтому я решил, что пока будем стримить на ВК, в группу ВК Бродаплей, ВК Play Live и на Twitch. Так что, друзья, давайте присоединяйтесь, подписывайтесь, нажмите для спринта, хорошо. Подписывайтесь на группу, подписывайтесь на ВК Play Live. Комбинация с цепным мечом, тяжелая атака, очень хорошо. Удерживайте РБ, чтобы завершить комбо с цепным мечом тяжелой атакой. Чем длиннее комбо, тем сильнее будет тяжелая атака. Ну, что-то как-то я не люблю, на самом деле, вот эти вот тяжелые атаки. Используйте тяжелые атаки против больших групп врагов. А-а-а, ишь как, да, ну ладно. Ротарий выходил на связь, я командир! Нет. А, просто я нажимаю, а так... слава достанется я понял. Тобой, Келстрас. Ну ладно, сейчас разберемся. Держитесь, братушечки! Дерьмовые эти атаки мощные, они долгие очень, как всегда. На. А защита. Нажмите ЛБ, чтобы парировать. А парировать можно обычные атаки и атаки с синим индикатором. А какая нахер тогда разница? Идеальное парирование, идеально рассчитанное по времени парирование, мгновенно убивает малых и ошеломляет крупных врагов. А, то есть, когда синие, я их ошеломлю, да? Ага. Ну, типа, понятно. Ладно, хуй с ним. Поехали. Вот вот мелкими атаками очень хорошо это херачит. Споры! Поры. Хорошо. Пор. Так, мне нужно блокировать три атаки. Слава! Есть, вовремя. О, да. Ох ты ж, сука, в спину бьет. Так, нажмите же во время атаки, чтобы ее парировать. Так я же нажал только что один раз, синий был, нет? Не засчитали, что ли, мне это? Ну ладно. У! Это что? О, внимание, окей. Они послали кого-то покрупнее. Так, хорошо, давай. Кого-то покрупнее. Так. А нажмите А, чтобы уклониться от атаки с красным индикатором. Эти атаки нельзя парировать. Хорошо. Захват цели, ага, РС, все, хорошо. Вот этот вот захват цели нам нужен. О, тихо, тихо. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Так, ага, ого, нифига себе, это босс типа что ли, что? А чё, а почему? Добить, добить, а как добить-то? А, вот, а теперь мне показали, как добивать, спасибо. Если враги потеряли боеспособность, нажмите РС, чтобы его добить, и восстановить часть брони. Всё, я понял, РС там как раз горело. А, короче, я единственное, что не понял, я вроде синюю метку поймал, парировал, а он что-то в стан-то не ушел почему-то, это очень странно. Да. Эльфар, ты должен добраться до бомбы! Хорошо. Добивусь, да, еще. Даже если придется прогрызать путь зубами! Да, еще, друзья, я, честно говоря, вот сижу, пытаюсь в этом ВКонтакте разобраться, но я не вижу, блядь, где здесь чат. Ебучий чат я не вижу. Я не понимаю, как он вообще, блядь, работает и где он вообще есть, мать его, етить. Как здесь открыть чат, я не понимаю, короче. Так, а давай попробуем открыть его ВК Play Live. Подожди. ВК Play Live. Где ВК Play Live? Так, посмотрим. Секундочку, я сейчас попробую найти чат какой-нибудь, чтобы мог хоть как-нибудь с вами могли взаимодействовать. А вот хрен, да, наверное, получится. А, нет, вот что-то нашел. Во, подожди, подожди, вот я вроде нашел. Так, сейчас. Сейчас я напишу сообщение.
Хуяк. О, появилось. Слушай, я могу его? Так, а я не могу его. Ну ладно, черт с ним, пускай будет так пока что. ВК Play Life я нашел. Я нашел это самое... чат, а вот в самом ВКонтакте, ну пускай так будет, хрен с ним. Так, обложился экранами, короче говоря, это просто пиздец. Тут экран, там экран, здесь стрим, там стрим. Еще на Твиче стримится, друзья, так что давайте смотрим. Платформ хватает, нефиг на Ютубе прям заморачиваться сильно. Вот, не хочет Ютуб работать, не надо. Так, ну давай побыстрее-то. Так, X, окей. Это стандартная тема тоже во всех играх она. Пока я не вижу что-то особенного. В принципе, как бы вообще. То есть красивая картинка, да. Космодесантники за императором, мать его, идти, да, во имя императора. Но другого я пока ничего такого прям вау не вижу, как бы. Честно-то сказать. Как бы, ну да, картинка красивая, какая-то дрянь летает. Радар какой-то стоит, ну здорово. Так. Пойдем дальше. Ой, так. Вообще, Вархаммер прикольная тема, на самом деле. Я даже что-то читал из Вархаммера. Брат. Брат, где он? А они вон. За это поплатятся. У я такие пушки, блин. Честно говоря, чтиво очень сложное, вархаммеровское. Мне, знаешь, заходило очень сложно. Так, пистолет хочу. А как мне поднять пистолет, подожди. А, во. Клянусь, Дари, этот болтер будет греметь в память о тебе. Классно, мне так нравится, как они это все говорят. Ах ты ж. Мне нравится, как они все это говорят. Греметь в память о тебе, вот это вот все, это просто так классно. Ох, сука, классно стреляет. Но. Стрельба мощная, прям такая жирная. Потом еще несколько недель придется чистить клыки от мяса ксеносов. Жирная стрельба, классная. Обстановка на пусковой площадке накаляется. Вирусная бомба у тебя. Не знаю. На место каждого убитого гаунта тут же лезет десяток новых. Если не сумеем запустить бомбу, тиранидов уже ничто не остановит. Я почти на месте крушения. Главное, продержись на пусковой площадке до моего появления. Буду держать позиции сколько смогу. А, карательный выстрел. Угу. Ослабьте врага. Удерживайте РБ, чтобы отбросить малых врагов и отметить их символом, ну, вот этого говна. Для карательного выстрела. То есть мне нужно удерживать, это получается сильный удар делать. Выстрелите, нажмите РТ, чтобы совершить характерный выстрел по врагу, отмеченный символом вот этого перекрестия. Получите преимущество. Карательный выстрел мгновенно убивает малых врагов. Так, я примерно понял. Сильный удар и блокировочки. Так, давай немножко их порубим, у меня на всех патронов не хватит. Класс! Распилюкал одного. На нахуй! Ах ты, сука, спину. Давай болтером их немножко, бля. Да, слушай, стреляет классно, конечно. Но, честно говоря, на самом деле... Так, удержите РБ, чтобы отбросить малых врагов, тяжелая атака, затем нажмите РТ, чтобы мгновенно их убить. Хорошо, три раза нужно сделать. На самом деле, стрельба хорошая была еще в этой игре. Как его? Outriders. Там тоже очень была классная, мощная стрельба. Какой-то я вот смотрю на себя, какой-то я вот... А, ну да, нормально. Так. Так, нам нужно, значит, сделать сильный удар и потом застрелить, да? Ладно, сейчас попробуем. Игра, как я понимаю, чисто линейная, но здесь есть еще коопы. По-моему, какие-то. Но я коопы мимо, а остальное посмотрим. Ну, давай попробуем. Есть. А, минус раз. Есть, работает.
Неплохо, неплохо. В принципе, все достаточно просто, я вам скажу. А, в плане механики. А, отлично. Тихо, 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 тихо. Ах ты ж, сука. О, там что-то взорвалось у меня, бля. Класс, класс, класс. Так, в принципе, я освоил. Хорошо, ладно. Сильный удар, выстрел, сильный удар, выстрел. Так, а у нас здесь припасов-то нету, в принципе, да? Или что? Ну ладно, хер с ним, нет и нет. У нас мало времени. Времени мало. Команда, я на месте крушения! О-о-о, такой прожектор, смотри, такие ракеты, блядь, нихуя себе, а чё он стоит без дела-то? Почему бы нам этими ракетами-то не жахнуть, блядь, конкретно? Херам, пушки стоят, взял бы с пушки бы жахнул в кого-нибудь. А чё, всё, нельзя? А, понял, полный боекомплект у меня, ладно. Ульфар, Берен! Нормуль. Нормуль. Берен, окей. Брат мой, Империум может гордиться твоей преданностью. Так, а что, еще где-то один лежит? Подожди. Еще мы труп нашли или что? А, вон там еще один лежит. Да, вижу, хорошо. Ладно, пошли к нему. Вот он, да? Да. Так, а что? А, понял. Во, у него эта фигня, бомба. Заберите вирусную бомбу, это мы сделали. Так, хорошо. Есть, допустим. Ульфар, Келстрас, как слышно? Вирусная бомба у меня. Двигаюсь к пусковой площадке. Доберитесь до пусковой площадки. И это все, на что вы способны, ксеносы? Ну же! Так, подожди, а куда мне за... А, все, ладно. Энрис Хьолда! Ого! Зашибись, еще одного потеряли, да? Я отомщу за тебя. Ой-ой-ой, зажал, 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 сука. А, схватил, падла. О, блин, я не успел. Я не успел блокировать. Оу, оу, тихо, мастери, мать. Да опять я не успел. Я от него уворачиваюсь, а нужно нажимать этот блок долбанный. Есть. Стрельни ты в него! Ух, ё! Ух, ё! Ух, ё! Мне даже не уйти было сейчас. На нахер! На нахер! Нормуль! Так, примерно понял. Механику примерно понял, ладно. О-о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 -
Но! А стрелять-то никто не будет! А почему он не стрелял-то вот сейчас? Объясните. Какого хера-то? Какой-то значок появился непонятный, смотри, кругленький, да? Бля, да что такое тут? Пиздец, да ладно! Добивание, ну нафиг! Что-то я запутался в этих всех, блядь, в этих обозначениях, синих, красных, ладно.
Замочили его, и ладно. Так, дальше что? Чародники прорвали периметр! Ульфа! Ладно. Камон! Камон! Держись, Хелстер! Держись, держись там давай, да-да-да! Блин, еще за спину заходят твари. Так, патронов-то нет у нас. Патронов нет. Внимание, тихо, тихо. А что за внимание? Вот внимание. Или куда внимание? Сюда внимание, да? А-а-а, тихо. Вот я успел. А почему не успел? Опять? Я что-то не догоняю, мать етить. Да вы издеваетесь, что ли, серьезно? Пиздец какой-то. Я вроде нажимаю это парирование, а он что-то, блядь, не парирует нихера. Я что-то не могу врубиться. Ну ладно, давай еще раз. Я парирование нажимаю, он что-то как-то не реагирует. Так, давай еще раз. Ну сейчас нормуль, попал. Так, допустим, ладно, этих расстреляли, хорошо. Вот опять я нажал же, сука! Уходим, уходим в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, нажимаем. Есть, есть, есть. Вот, ладно. Но что-то здесь не так. Удержите рубеж, чтобы пробить вражеский блок тяжелыми атаками. В смысле? Это кто? Это где? Какой-то метку подставил. Очень странно срабатывает этот блок, ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. Пока ничего такого, кстати, особого, ну как бы я не вижу, честно говоря. Наверное, сюда, да? Келстрас, ты слышишь? Бомба у меня! Найдите пусковой модуль, хорошо. Ох, ебать, а это что? Ты хорошо послужил императору, брат. А что за хуйня такая кружилась? Так, болт-винтовка. Автоматическая винтовка точного боя. Так, начало записи. Удерживайте, чтобы... Всем имперским отрядам, которые это услышат. Моя истребительная команда потерпела крушение в стороне от цели. Остальных братьев убили тираниды. Вирусная бомба у меня. Двигаюсь к пусковой площадке. Запущу его в стратосферу, чтобы распылить над позициями тиранидов. Круто. А, ладно, у меня появилась новая пуха. Очень здорово, конечно. Погнали. Нормуль, она пошустрее. Бля, еще хер попадешь, слушай. Тихо. А, о-о-о, хорошо. Хорошо. Удержите цель, нажмите R, чтобы приблизить к камере. Не, ну это я понял, это я видел как бы. Так, ждем, 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 ждем. Вот так вот. Мощно, мощно, мощно. Оп, пошел лазера! Класс, класс! Класс, мощно, мощно, мне нравится.
Реально, кстати, совсем непросто. Совсем непросто. Их просто реально очень много, и заканчивается, когда магазин, все, начинаешь рубиться уже в рукопашную, начинается жопа. Так, ладушки. Куда идти-то? А, вижу! Ух, блядь, кровище-то как много у нас тут. Ух! Мозги прямо здесь вот все разлетается очень красиво. Готово. Сзади никого, сзади вроде никого. Так. Продолжаю запись. Вирус — наш единственный шанс задержать тиранидов. Он поразит их войска. Тираниды адаптируются, но это должно их замедлить. Вирус любой ценой надо запустить в стратосферу. Остальное не важно. Я, блядь, не то что вирус, я сейчас их всех, блядь, в стратосферу запущу. Они у меня сейчас это... Ага, поймут. Где раки-то зимуют? Где ксены зимуют? Сейчас они все у меня поймут. Так, ладненько, у нас дверь открылась. А, подожди, а вот сюда я не забежал. О, патрончики. А, не надо, ладно. Так, а здесь у нас что? Ящик боеприпасов, ящик боеприпасов. Нихера нам это не надо, ну ладно. То есть получается, это у нас как бы главный герой наш, да? Во, я помню, на сложном уровне, вот я вот здесь вот запоролся, я реально вот здесь вот это место раз 10 переигрывал. Бля, я заебался вот это. Поэтому я сейчас выбрал уровень нормальный, а не сложный. Да. О, да, блядь. Давай. Бля, они похожи на чужих, кстати говоря, очень сильно. Тихо, тихо. Так, колючку, блядь, там на колючку запорол. Ядрен батон! Уходим! Ёпа-мать! Сатана! На! Уходим, тихо. Супер удар! Давай! Уходим, я сам себя зажал. Черт тебя дери! В углу! А-а-а! Ух, ё, это было больно! Ебать! Круто! Понеслась! Есть! Сука! Да! Мощь! Слушай, реально, я на сложном уровне играл. Я раз 10 переигрывал, я не мог это пройти. Сейчас у меня прям как-то что-то получилось. Во имя императора, потому что, мать его, идти, блядь. Сейчас мы за императора всех здесь положим. К чертовой матери. То есть, получается, здесь есть смысл делать сильные атаки. Во многих играх я просто сильную атаку просто игнорирую, я ее не прокачиваю. Потому что сильная атака, она всегда медленная, она всегда неприкольная. Я люблю быстрые атаки. Ими хуяк, и все как бы, понимаешь? Оператор начал смену с опозданием. Так, и а что делать? Возьми патроны, ну хорошо. Открыть ворота! Открыть, блядь, ворота! Таймер смены обнулен. Дежурство началось. Да будет работа амнезии исполнена с божественной синхронностью. Божественная синхронность, блядь. На самом деле, они настолько какие-то фанатики, вот эти вот все космодесантники. Какие-то как будто религиозные фанатики реально такие. Напоминают немножечко. Ах ты ж, сука! Стреляет он в меня там, подонок. Поместить вирусную бомбу вот в эту штуку, хорошо. Еще, честно говоря, я не знаю, есть ли здесь какие-то секреты в игре, то есть нужно ли лазить везде, все осматривать, я не знаю. Можно ли здесь что-то найти дополнительное, я не знаю. Может быть, как-то пухи можно искать, улучшения для пух, не знаю. Вот. А, все будем по ходу разбираться. Так, ну запихивай еще, блин. Загружаю заряд.
Серьезный дядька, да, такой тащит эту ебалу такую, смотри. Такие плечи у него такие мощные, бля, там что-то написано. А что там написано на плечах? Ну-ка, давай посмотрим. Санктус Мортис Ауэ Глори Санктус Мортис. А, ну то же самое еще. Рассчитать траекторию для детонации в стратосфере. Следует исполнить ритуал безопасности. Обратитесь к уполномоченному магусу у пульта управления. Найти пульт Аксиос. Прикольно, у него даже на плече не просто какая-то херня, а там реально что-то написано. Смотри, интересно. А на руке, смотри, написано Ксенос. И печать прилеплена. Ксенос. А почему у него, наверное, за этим на броне написано Ксенос, интересно. Чему бы это? Типа, этой праведной рукой я буду ебашить Ксеносов? Хуяк. Ну это вот... О, гранаты. О, у меня гранаты появились, заебись. Хорошо. Дух машины, где пульт управления? На наблюдательной платформе наверху. Дежурный Магус не отвечает. Вызвать подъем. Ай-яй-яй, плюется. Тихо. Рубить, мочить. Где они плюются-то в меня? Эй, придурочный, там... А, еще живой. Помер, да, вроде? Отлично, хорошо. Так, осколочная... А, кстати, надо было гранаты попробовать. Ну да ладно, черт. Надо было ёбнуть его гранаты. Их. Гранаты ёбнуть. Ну ладно. Будет еще время, наверное, гранаты пошвырять-то. На самом деле, я когда-то давно даже играл в первый Space Marine. Там орков мочишь. Достаточно прикольная штука. Но это было очень давно, реально. А второй, я так понимаю, здесь, видишь, уже не орки, а ксены, короче говоря. То есть они врага немножко поменяли. Дух машины, каков статус пускового модуля? Дух машины вообще. Гибернация. Пульт не активен уже 22 часа. Неуважение к миссии запротоколировано. Оп, снаряд. Включить системы пуска! Следует исполнить ритуал инициализации. Обратитесь к уполномоченному магусу у пульта управления. Так, ладно, идем к пульту управления. Наблюдательной платформы. Магус вскоре к вам обратится. Сомневаюсь. Магнус. Гарри Поттер какой-то. Так, ящик хуяк. Мне нужен ящик. Нажимаем красную кнопку, и всему приходит пизда, наверное, да? Это что, блядь, за... Молитвы произнесены. Пробуждаю систему из гибернации. Молитвы произнесены. Запущен ритуал конденсаторов. Персонал может вознести моление о заявке. И чё? Трон. Нельзя ли ускорить процесс? Вау! Зафиксирована сейсмическая активность. Траектория запуска могла измениться. Ебаться, сраться. Мы, короче, какие-то рельсы какие-то сделали, починили, да? А там бегут к нам эти твари. Слушай, ничего не делать, убегать. Так, тут ворота еще. А что делать-то, мать идти, ждать, да? Или что? Опа! Бэ! Граната! На нахуй! И вам туда на еще немножечко. И вам, блядь, туда на нахуй. Нихера себе! Ой, тихо, гранату, кидай гранату, гранаты пошли! Персонал просто освободить пусковую площадку. Что делать-то? Мне гранаты. Ожидаю команды, Магас. Ебать! На нахер! Ой, тихо, не попал. Попал. Так, сзади. Ох!
Ну, на! Ой, уходим, уходим. А, уходим. Все нормально. Ой, ёпа-мать! Сука, на! Ой, бляха! У меня граната нету! Мочи! Опа! На спину запрыгнул! Нифига! Ебанули что ли? Так плохо, что я не вижу, что там происходит за спиной-то у меня! Есть! Но! Сильный удар! Еще кого-то грохнул! Уходим! Сильный удар! Сука, сильный удар! Ебать, так я не успеваю ни хера! Отбил! Ебать! Уходим! Ради бога всего святого, уходим! А-а-а, в спину! Убью! Давай, да ну нахер! А это что такое, блядь? Смотри. Внимание! Макс. Для отправки груза требуется ваше разрешение. Ща будет разрешение, погоди. Ни хера, я еле выжил. Это было очень сложно. Ядрить его налево. Че, значит, ракета полетит, да, наверное? О, бля, ни хера себе. Сделано. В планете пизда, да, походу? Класс! А это не из первой части, мужик? Продолжаем? А, нет. Он сам. Нет, продолжаем. Или что? Да! Я заберу вас с собой! Сукины вы дети, я вас всех заберу с собой! Ебать, что происходит? Давай, блядь! А, нахуй, тварина! А, бля! Я не успокоюсь, пока не повергну вас всех! Не успокоюсь нихуя, пока всех не повергну! На нахуй! Вот это месиво, вот это я понимаю! Уходим! Отлично! Уходим! Тихо! Да! Грохнул его! Не совсем! Да мне надо до него! До него надо! Мне надо его грохнуть! Я не успел! А нет, успел, нормально. Нормуль. Всех нахуй порешаю! Я оставлю вам раны, которые будут обо мне напоминать! Класс, блядь! Гранат нету? Нету! О, два! Уходим! Есть! Минус один! Ах ты, сука, опять не то нажал! Да ёпа мать! Не туда! Ой-ой-ой, все плохо. Уходим. У меня даже жизни, кстати, не показывается. Уходим. Так, тихо, надо сосредоточиться. Тихо, вот так, отлично. Минус один.
Есть! Уходим, уходим! Так, это не отразим. Бегом, 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 бегом! Бля, это круто! Покуха! Я еще жив, мать вашу! Пусть вирус пожрет плоть на ваших костях! Это кто? Ну, здорово! Хера, это типа босс! Уходим! Уходим, отлично. А, вот это нечестно, сука. Это нечестно. Еще бегут твари, а. Ёба мать. Нахер, нахер, нахер! Опа! Ай, блядь! Уходим, 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 уходим! У меня что-то экран все краснее и краснее становится. Это, наверное, я помираю, да, типа? Или чё? Мимо! О, давай перезаряжайся быстрее! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, так, плюется, плюется, собака! Тихо, тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ой-ой-ой-ой-ой! Есть, я живой! Я сейчас, сука, живой, блядь! Ебать! Режь ты его! Где, у меня даже гранат-то нету! Зачем я это сделал? Все. Его грохнул. Нет. Он меня грохнул. Бля. Жесть ты какая. Это кто? Это кто-то. Нам кто-то помог стопудово. Так. Так. Слушай, начало прикольное, на самом деле, очень мощное. Сейчас уже начинаю привыкать к этим всем комбо-ударам, комбо-приемам, блин. Ну, по идее, это как бы по сюжетке, да? То есть я не мог убить этого босса, мне кажется. То есть он вообще до этого, до Талова бы меня херачил. И в конце концов он должен был меня убить, мне кажется. Орбита Кадаку. Боевая баржа несокрушимый. День 4.04.22.56. Хорошо, четвертый день. Через два дня после всего этого, да? Хорошо. О, живой! Ему что, голову перешил? Ой, а что у него весь в шрамах-то, смотри. Дратуте. Я не знаю, кто это. Хвала императору. Хвала императору. Я у меня там, ой, какой он стрёмный. Рана была смертельной. Ты выжил благодаря операции Рубикона. Мы тебя изменили. Теперь ты Примарис. Ура. Почему? Так приказал сам лорд Калгар. Он здесь? Нет. Отбыл по зову Примарха. Я должен вернуться в цитадель. Ты получил другой пост. Мое место в
карауле смерти. Инквизиция сочла тебя безупречным, Тит. После обвинения в ереси ты почти век отбывал наказание в карауле смерти. Век. Ты выдержал проверку. Но для окончательного прощения этого мало. Решение должны вынести твои братья. Докажи нам, что достоин, и получи истинное прощение. Короче, да, это походу чувак с первой части. Что есть твоя жизнь? Честь, моя жизнь. Чпунь. Что есть твоя судьба? Долг, моя судьба. Что есть твой страх? Поражение, мой страх. Ну да. Я он пишет, как, блин, как опечатная машинка. Ровненько. Что есть твоя награда? Спасение души, моя награда. Ранец. Что есть твое ремесло? Убивать. Твое ремесло — смерть. Бля, почти угадал. В чем ты клянешься? Я клянусь в вечном служении. Бля, ну круто, красиво, красиво. Space Marine. Класс, классно, классно. Ну да, походу, чувак с первой части. Операция Рубикона сделала тебя примарисом. Твоя сила, скорость и живучесть возросли. Очень ты хорошо. Ты снова займешь место в рядах ультрамаринов. Ура. Твои братья будут знать, что ты служил в карауле смерти. Но записи о наказании и службе черным щитом удалены из архивов. Прикольно. Если об этом станет известно, возникнут вопросы. Лорд Калгар дал тебе второй шанс. Не упусти его. А это там что за херня летает с крылышками? Короче, понятно, а в первой части мы там что-то накосячили, напортачили, нас легион Сержант смерти. Это кто там такой? Ты кто, блядь? Амур, блядь? А нас в легион смерти запихали, это типа смертники, да, которые там, короче, во все тяжкие. Смотри. Вот это да. Вот это красавчик. Слушай, ну... Ой-ой-ой, пузо такое. Офигеть, просто. Вот это очень жестко. Так, доложите капитану Акинару. Акирану, извиняюсь. Кардан, нас ждет задание. Собери отряд на взлетной палубе. Есть, брат. А, такие, смотри, падают на колени. Блин, классно. Хера, они такие стрёмные, смотри. У этого рука такая, нифига, классно, 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 классно. Так, ладно. Ангелочки, конечно, вообще жесткие, страшные. Собраться. Взаимодействовать. Собрался, взаимодействую. О, как. Короче, снова я стал ультрамарином, короче. Я все понял. Доказал преданность свою императору и стал обратно ультрамарином. Здорово, мужики, я свой, я тоже синенький. Ой. Держитесь, майор. Я вышлю на помощь Астартес. Благодарю, милорд. Будем готовить контрнаступление. Эффект вирусной бомбы постепенно сходит. Красиво. Здравствуйте. Милорд. Как ваши дела?
милорд. Лейтенант Тит на службу прибыл. Пусть сержант Гадриэль явится на мостик. Как твои раны? Заживают. Скажу прямо, Тит. Меня весьма беспокоит твое возвращение. Возникнут вопросы, подозрения. Я не могу допустить раздора. Не сейчас. Ты теперь лейтенант. Для тебя это проблема? Нет, капитан. Хорошо. Против нас флот осколок тиранидов. Они атаковали две наши планеты. Мир Ули-Аваракс и Кадаку. Ага. Где ты был ранен? Да-да-да. Припоминаю. Мы оставим Кадаку. Там в основном исследовательские базы Adeptus Mechanicus. Мы эвакуируем ключевые активы и персонал. Эти орбитальные пушки защищают наше воздушное пространство. Тиранидам это известно. Спустись на планету и защити орудие. Капитан, вы вызывали? Сержант, это лейтенант Тит. Отныне он будет возглавлять твой отряд. Сэр. Через полчаса жду доклада с поверхности. Свободный. Подожди, а я что-то не понял. А до этого Титас этот кем был? Он же и был вроде как бы вот этим крутым прости чуваком. Прости мое замешательство. Я не ожидал подобного развития событий. Как и я. Не помню вообще, честно, историю все, ну ладно. Сержант Гадриэль, избавитель готов к вылету. Хорошо. Брат Кайрон, это лейтенант Тит. Он возглавит наш отряд. Вот как? Что ж, буду рад служить под началом столь опытного командира. Остальные бойцы отряда готовы? Уже ждут на взлетной палубе. Хорошо, вылетаем немедленно. Я вообще как бы слышал, что эта игра кооп для троих. То есть получают вот эти два болванчика, это так как я играю не в коопе, они будут заменять мне тех самых, да, других типа людей. Не вступать в бой с флотом Ули. Ну пойдем, держать посмотрим, дистанцию. Что вы можете. Сохраняю дистанцию. Орудие к бою готовы. А, подожди, редактировать. А, ну все, я понял, да, редактировать отряд, это типа, короче, это, ну, добавить кого-то, наверное, да? Пригласить друга, там вот эта всякая херня. Поехали, ладно, черт с ним, будем так бегать с болванчиками. Хер нам еще-то делать. Пик. Какова наша задача? Кадианцы потеряли контроль над орбитальными пушками. Мы их отобьем. Гвардейцы дрогнули. Тираниды буквально завалили эти позиции спорами. Я впечатлен, что кадианцы вообще продержались столько времени. А почему мне ранец постоянно свистит? Смотри, он пышет, видишь, сзади турбину? Остальные члены нашего отряда. Братья Лирео, Альтар и Элио. Кто-то из вас сражался с тиранидами раньше? Только в последние два дня. Значит, научитесь на практике. Жду с нетерпением. Бля, какие мощные вот эти. Мне так нравится этот стиль вот этот вот, да. Вот просто смотри, такой стоит хер, у него железная рука. Это какие-то трубки в морду воткнуты, топор какой-то. Они такие классные все, они такие прям вот просто, смотри, этот тоже есть какой-то изуродованный. Почему они все такие изуродованные? Зачем всех людей так уродовать? Вот зачем ему вот так вот, смотри, за это самое, захуячили его так? Зачем? Для чего? Бедняга, кто тебе так? Все варты продлеваются. Обратитесь к списку дежурных. Ужас какой. Ты что вытворяешь? Погрузка боекомплекта. Помеха на пути. Отойдите. Эти боеголовки плохо закреплены. Ты понимаешь, что будет, если хоть одна сорвется? Помеха на пути. Отойдите. Я сам все сделаю, а ты ступай к техножрецу. Пусть подкрутит шестеренки в твоем убогом мозгу. Отмена задачи. Ищу благословение привитации. Магас Галео узнает об этом. Прикольно, то есть это даже и не люди никакие, они как это, типа запрограммированные, что ли?
Вот это мой кораблик, вот это я понимаю. Вот да. Нам дадут на нем полетать, да? Прулить, дайте, дайте прулить. Эй, что такое? Боевая карта. Карта боевой баржи служит вам координационным центром. Чтобы начать миссию, выберите планету. Текущая миссия обозначена желтой меткой директивы. Вы также можете пройти заново уже завершенной миссии. Вы можете менять режимы игры и переключаться между режимами операции и вечная война. Сыграв в этих режимах до завершения основной кампании, вы можете преждевременно узнать важные сюжеты. Так, я понял. Я буду играть именно кампанию, не буду я ничего делать. А, давай выберем Кадоку. И вот это... А, вот небесный огонь. О. А, прогресс в текущей миссии будет потерян. В смысле? Нет, я не хочу ничего начинать. В смысле? Так, уровень сложности нормально. Так о чем проблема-то? Так, ладно, подожди, что я не особо что-то понял. Нам нужно сюда дойти. Ну ладно, давай дойдем до сюда, ладно. Может, я поспешил просто? Сержант? Братья, теперь нас возглавит лейтенант Тит. Приветствую, брат. Ожидаем твоих указаний. Выдвигаемся немедленно. Есть. О! Все само свершилось. Короче, мне этот пульт не нужен. Это типа, короче, там выбирать миссии можно, а мне просто нужно по сюжетику так перейти, и ладно. Полетели. Прулить мне не дадут, да? Цель миссии — соединитесь с астромилитариум. Защитите позиции зенитных орудий. Как плохо видно. Эвакуация имперских активов и персонала с кадавку под угрозой. Тираниды атаковали зенитные орудия, обеспечивающие людям господство в небе. А, заставка, кстати, как это Вархаммер, как его я играл, там был другой еще Вархаммер предыдущий, забыл, называется как. А, такая же, они сидят так же. Там не с заключенными играешь. Ну ладно. Череп Хьют эти летающие, это вообще пиздец. Дратуйте. Так сколько у меня в команде людей? Я не понимаю, 5 или сколько? Ой, у вас в голове что-то торчит, там провода какие-то, да. Замочек. Брат, ты служил в карауле? Да. Наверное. Должно быть, это большая честь. Должно быть, я не знаю. Я просто цепь на руку намотал и замком защелкнул, и все. Буду рад служить с тобой. Спасибо. Я тоже. Идем. Идем, блядь. Идем. Видел его штифты? А ты свои провода видел? Больше 200 лет. Он не мог родиться примарисом. Ты прав. А теперь он командует. И что? Какие-то сомнения есть на этот счет? А что у них у всех ранцы работают, блядь, я не понимаю. Они что, блядь, выключите их? Зачем топливо-то жечь? Лишний раз. Усилишь наш западный фланг и доставь патроны для полтеров. А это баба из этого, из Вульфенштейна, которая постоянно орала за там. Милорд. Кости нашу с собой. Майор смотри. Саргана, восьмой кадианский. Майор, какая ситуация? 50. Проклятые твари захватили орбитальные пушки. Оттеснили нас в этот лагерь и готовят массированное нападение. Ага. Лерео, вы с Альтаром и Элеоном останетесь здесь защищать лагерь. А, вот. Майор, мы должны добраться до пушек. Да, милорд. Прошу за мной. А вот, а втроем это наша команда будет. Да-да-да. Я помню, что говорили, что нам эта команда из 3 человек должна. Так, хорошо. Сколько лет служу, но однажды... Обстановка ухудшилась! Проклятые горгульи заполонили небо! Чё все? Тираниды захватили орбитальные пушки? Прикольно. Да. В таких условиях нанести контрудар будет затруднительно. Положитесь на нас. Астартес! Блин, такая походка у него мощная. Просто такая. Во, а чё, танки-то не лучше?
Или мы круче, чем танк, получается, что ли? Куда там идти-то? Враг начал наступление с востока. Укрепите восточный фланг. Ты, давай с ним. Мы поможем с обороной. Поняла, милорд. Так, а помогите Астра Милитариум. Хорошо. Куда нам бежать? Куда? Говорите, ребятки, куда? Вперед туда? Куда? Что? Чего делать? Им нет числа. Куда бежать? Мы это исправим. Вот. Надеюсь, ты ведешь счет, брат. Само собой. А правильно, ярость. Нажмите тигр, чтобы войти в режим ярости, который повышает урон и стойкость. Также позволяет вас восстанавливать здоровье атаками в ближнем бою. Так, хорошо. Игрик, да? Ладно, давай. Во славу Ультрамара! Во славу Ультрамара! Воу-воу-воу-воу, тише! Есть, знаете. Милорд, докладывают о приближении нескольких районов. Укажите направление. Пиздец, отправляю координаты на Ауспекс. Так, я хочу посмотреть, кто такой стоит. Ты, блядь, нормальный. Ты нормальный, блядь. Ты этого вот этого амурчика зачем сюда притащил, блядь? А, тут еще приблизить можно, погоди. Блин, у меня наушник уехал куда-то, сейчас подожди. Так. Что это, блядь? Ай, блядь, да, видок у них, конечно, забавный. Так, я могу, короче, использовать сверхсилу какую-то, да, и это самое, стать суперкрутым. Хватит таращиться на космос. Режим дрессерка, короче. Милорд, подготовим воздушный удар. Сможете задержать врага? Несомненно. Несомненно. Ох, 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 ох. Меняю магазин. Не прекращать огонь! Так, а где кто, блин? А это кто лупится? Чё, барон? Они со всех сторон, я их не вижу. Они проучат ксеноса. Как вам такое, а? Давай, давай, вперед, бегом, 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 бегом! Я не успел его зарубить, я хотел его зарубить. Ебать, ебать! Они уже мертвы! Не прекращай! Да, бля, да что он делает-то? Да, блядь, да ты... Вот смотри, это пиздец на самом деле. Слушай, это реально пиздец. Ну и чё? Ну и чё? Еще один готов. Вот смотри, прикол. Вот он сейчас на нем. Так, чё, подожди, карательный выстрел, идеально начинный во время планирования. Так, так. Вот на нем сейчас был момент, когда можно было сделать парирование. И на нем до этого висел, блядь, перекрестие. Я мог в него стрельнуть. Я нажимал стрельбу, я нажимал парирование, и нихуя не сработало. Ни одно, ни другое. Это нечестно. Просто нечестно, блядь. Или заряжаюсь. Нет, я не понимаю, откуда кто в меня стреляет вообще. Да кто? Мать и тить, где они? Блять, кто в меня тут стреляет? Я нихуя не вижу. Проверяю местные сенсоры. Ооо, обсрал бы так. На нахер! Заряжаю оружие! Попала нахер! На! Ну нахуй! Слушай, вот это вот жопа, конечно. О, я успел это сделать. Да, перезаряжай ты уже, давай. Магазин пустой. Магазин пустой? Так пистолетом, а чего? Начать бомбардировку! Это пиздец, друзья, честно. Это я что сделал? Горите, грязные чудовища! Охуй вообще! Че здесь происходит просто? Восьмой бьет без промаха! Просто какой пиздец творится! Все на этой базе обязаны вам жизнью, милорды! Император защищает!
Мы должны пройти через джунгли и добраться до орбитальных пушек. Лерео, помогите кадианцам организовать новые линии обороны. Доклад по готовности. Есть, лейтенант. Справимся быстро. Друзья, напоминаю, что стримы теперь будут проходить на ВК Play Live, в группе ВК Борода Play. Орбитальные пушки на другой стороне болота. Будьте начеку. Тираниды могут устроить засаду. Будьте начеку, друзья, да, потому что на Ютубе сейчас стримов не будет. В Твиче еще идет стрим параллельно, в ВК Play Live и в группе ВКонтакте Борода Play. Вот, а все ссылочки будут в описании, туда-сюда можно будет переходить, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ВКонтакте, в группе пишите, обязательно потрещим, что-нибудь обсудим, легко. Вот, так, ладненько, идем, это что такое? Очень, на экране я слышал, говорили, что очень всего много, всегда что-то вот происходит, всегда что-то это самое, и вот реально сейчас просто я пытался сосредоточиться, я... Все мелькает, все стреляют, я не понимаю вообще, кто откуда летит, и вот это да, суматоха, это, конечно, пиздец полный. Цепной меч. С этим я их уничтожу. Да? А что лучше, нож или цепной меч? Ну, конечно же, наверное, цепной меч. О-о-о. Полагаю, Рой пришел отсюда. Тяжелый болт-пистолет. Это мерзость. Отлично. Живые органические машины. Болт-пистолет, да. Болт-пистолет, а у меня тяжелый болт-пистолет. Их корабли, да? Их коконы. Хорошо. Само их существование – ересь. Мы проредим их ряды, брат. Ну ладно, допустим. Ой, я так и знал, что это надо взрывать. Смотри. Заряжаю! А зачем я это взорвал? Кто знает? Никто не знает, да? Секретные ходы здесь есть, интересно, какие-нибудь или нет? Навряд ли. Воу-воу-воу-воу-воу! Не останавливайтесь! О, под землю ушла, сучара. Перезаряжаюсь. Так, все, давайте, друзья, вперед! Ох, блядь! Это кто меня так пёзнул-то? Уходим, уходим! Уходим, уходим! Это что было? Это хилка была что-то или кто? Это что-то сделал? Я ничего не делал. Тихо, 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 тихо! Давай, 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 давай! А, сучара, на, блеха, на. Есть, еще один, еще один. Ой, тираниды меня это что, блядь? Что за нахер? Я ничего не вижу в натуре. И надолго у меня это нет? Кто знает? О, прошло. Ебать, пиздец, какой-то. Нашел боеприпасы. Зарядиться. Перезарядка очень долго в этой кухне. Ебать, сколько их. Меняю магазин. Отлично. Смотри, если во время перезарядки поменять пуху, она, по-моему, автоматически перед это самое. А, так. Секундочку, момент один буквально, друзья. Сейчас хочу... о, блин, а почему у меня вот здесь отображается чат, а здесь не отображается чат? Так. Лего, здорово, я рад тебя видеть. Помню тебя, извини, просто, друзья, я не видел реально чат вообще. Он нигде не показывается, только, блядь, вот здесь. Дела у меня нормально, давно я к тебе не заходил, а я давно и не стримил, в принципе, и с Ютуба, да, я пока ушел, я это уже не один раз говорил, так что это самое. А, друзья, сейчас делаем небольшой перерывчик, короче говоря, игра на паузе пока стоит, небольшой перерыв, буквально 5 секунд, и вернемся.
Так, на месте, на месте, на месте. Почему у меня здесь-то чат не работает? Блин, кто мне может объяснить это вообще? Я что-то не догоняю вот эту тему, честно говоря. Почему у меня здесь чат не работает? Хер вообще поймешь, что здесь происходит. Вот. Ладно, друзья, чат, короче, я с чатом разберусь, что можно сделать. А, вот, все, заработало. Все нормально, заработал чат. Все хорошо, ну ладно, как-то так. Окей. Все, погнали дальше. Вот эти плюющиеся, это просто такая мразота. Мне, мне оставьте, мне оставьте. А, надо было добить его, блин, не успел. Я так, жду больше аркадианцев. А. Орбитальные пушки, ощутимая потеря. Ну, это тебе, блядь, ебало всех набил, понял как? Но численность врагов весьма велика. Так, ну нахер, блядь. Лучше бы цветок восьмому ебучий. Полку постараться. Тебе знаком этот противник, брат? Да. О, да. Чем тираниды отличаются от прочих ксеносов? Это беспощадная зараза. И они хитры. Под контролем разума Улья все действуют как один. А смотри, у меня еще какая-то хилка есть, ноль написано. Мне про нее ничего не говорили, я только сейчас ее заметил. У меня хилка, это, кажется, есть. Вот тоже мне. Будьте осторожны. Споры взрываются, когда рядом опасность. Так, а, блядь, расстрелять и все. Уничтожим их. Ну, что, дураку по... еще летят. Давайте, давайте, братки, стрелять они. А нажмите тебя, чтобы уклониться атак красными индика. Да, я знаю, мне это уже это не говорили, да. Мне бы патронов, патронов мало. Давай, давай, расстреливай, расстреливай, молодец. Перезаряжаюсь. Во. Собираю припасы. Ой, сзади, 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 сзади. Тихо, я застрял. Я застрял в дереве. Я застрял в дереве, маленький. Даже не в дереве, а в грибе в каком-то. В грибе сразу. И что, мне надо эти зеленки расстреливать теперь, да? Весьма нестандартный взгляд на стратегию, лейтенант. В какой роте ты раньше служил? Я служил императору в ином подразделении. В карауле смерти? Да. Надеюсь, и мне выпадет такая честь. Блин, интересная тактика. Какая нахер тактика? Я бегаю как дурак. В меня все стреляют. Я нихера не понимаю. Говорит, хорошая тактика у тебя, брат. Надо перезарядиться. Спасибо. Да, припасы раскиданы вообще где попало, смотри, их надо искать именно. Карты нету, ничего нету, то есть бежим именно как-то на обувь. Заряжаю! О! Лечебный стимулятор! Отлично, вот сразу пока. Теперь я могу хилиться, короче. Внимание! Хорошо. Гнусные паразиты. Нужно прорваться. Хиба. Устраняем их. И идем дальше. Так, да, вы там давайте устраняйте, а я тут все посмотрю, побегаю. Я зайду сбоку. Точно. Во, я что-то гранату нашел. Собираю хорошо. Снаряжение. Я бегаю, снаряжение собираю. Этим, блядь, рубится там что-то. Или заряжаюсь. Бляха, ну нахуй! Ой, ёпта! Отпусти меня, отродье! Отпусти меня, чудо-трава! А чё делать? А, надо вот так вот делать! Я не понимаю, что делать-то надо! Блядь! ЛБ! Отпусти меня! А почему меня этому не обучили? Почему меня этому не обучили? Вот так вот, блядь! Узри, гнев императора! Узри, сука, гнев императора, нахуй! Ну. Равенер мертв. А почему мне не показывают, что с этим делать-то надо, блин? Зачем
опять эти цветы вот эти вот взрываю? Непонятно. Так, там просто, блин, вот это как-то фигня на меня накинулась, там непонятно. Я думал, это нужно крутить джойстиком, я им крутил, короче, а надо не крутить, надо влево-вправо, короче, херачить. Надо перезарядиться. И в обучении мне об этом не сказали, между прочим. Суки. Мне кажется, цветы не надо взрывать, да? Мне кажется, это просто трата каких-то просто патронов бессмысленная. Но я все равно продолжаю их стрелять, зачем? Может быть, ачивку дадут? Заряжаю оружие! Ладно, черт с ним. А, хорошо, есть, значит, такая фигня, что они запрыгивают на меня, и их нужно скидывать. Я теперь это буду знать. Но... А, смотри, пилетик нельзя так стрелять, да? Только стрелять можно, перейти нельзя. Ну ладно. Не буду их стрелять, без смысла. Так, сейчас, друзья, секундочку. А, так, 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 так. А, хорошо. Самый короткий путь через болото. Идем туда. Нет, болото кишит ксеносами. В русле реки есть бункер. Пройдем через него. Но мы потратим куда больше времени. Мы не пожертвуем стратегией ради скорости. Как прикажешь. Лейтенант, капитан Акеран дал нам новый приказ. Дальше вы сами по себе. Понял. Спасибо, Лирео. Увидимся на Несокрушимом. Это типа болото, о котором они говорили, я понял. Так. Лечебный симулятор, две штуки у меня, зашибись. Так, это болото, о котором говорили, значит, мы сюда не пойдем, мы пойдем вот туда. Хорошо. Туда, значит, туда. Так, я про стимулятор уже спасибо, я уже понял, что это такое. Какое-то обучение запоздалое, реально. Я уже сам все это прочухал. О, болт-пистолет, подожди. А у меня, подожди, если... Это мне пригодится. Тяжелый болт. Нет, я возьму, наверное, тяжелый болт. Собираю оставлю, припасы. О, другое дело, супер. Интересно, а здесь получается и прокачки никакой нету или что? А. Ну... Вот и они, орбитальные пушки. Ну, походу, нету. Так, внимание, орбита... Большие. Бляха, нифига он пробежал меня так глубоко. Чтобы силы были равны. Заряжаю новый магазин. Блин, там ящики вижу. Ну-ка, сейчас попробую по ящикам. Ящики не взрываются. Ядрить, смотри. А, нет, взорвалось, смотри. Заряжаю. Нормуль. Враг устранен. Ё-моё. Ай, просто со всех сторон, блин, просто глянь. О, ну-ка дай-ка вот этого еще гада. Слушай, трэш лютый, прям вот очень динамично все происходит. Опа, опа, опа! Надо перезарядиться. Ай! Так я не дорожал, сука! Бегом, дорубаем его. Готово. Патронов нету, нифига себе. Да я все патроны расстрелял так быстро. Пипец. Так.
ладушки. Нашел боеприпасы. Так, у меня еще гранаты есть, надо не забывать про гранаты. Перезаряжаюсь. Сейчас все соберу. Так, куда мне сюда? Сюда, походу, да. Снаряжение наготове. Так, еще я не понял, суперсила моя, она сама копится или за убийство она копится? Я... О, блёха! На спину опять запрыгнулась тварина какая-то. Собираю припасы. Сэр! Я слышу, идет подкрепление! Добил. Цель уничтожена. Перезаряжаюсь. Просто бегу куда-то наугад просто. Реально, я вообще туда бегу-то, нет? Ой, а это что? Капитан Айден отдал приказ. И в глубине души я почувствовал страх. Знал, что так быть не должно. Думал, долгие тренировки выбили это из меня. Я покинул свой пост еще до того, как возникла реальная опасность. Куда я вообще собирался бежать? Мое наказание грядет. Я его заслужил. Ага, понятно, очень здорово. Заряжаю оружие! Не-не-не, не надо, не надо боевой меч. Замечательно. Так, тяжелый болт-пистолет. Ну, у меня тоже тяжелый болт-пистолет. Ничего не меняется, ладно. Хорошо. Куда бежать? Я не понимаю, не понимаю. Я здесь уже был. Нахера я сюда вернулся-то? Подожди. Наверное, спрыгивать не надо было просто вниз. А было дальше просто идти. Куда-нибудь сюда. Да. Вот. Так, а как там? А, подожди. О! А это что такое? А, это команды. А, это, ну, это я понял. Так, хорошо. А как там еще? Подожди. Вот. Все, достичь. Вот, все, метка есть, все хорошо, я понял. Ангелы! Мы спасены! Ангелы. Что в меня? Космический десант. Да, это мы. Заложу тебе швы. С нами ангелы. Вы хотели оставить пост, гвардейцы? Ангелы прямо нифига. Никогда, командир! О, мы тяжелый болтер. Больше сил не хватило. Открыть ворота. Автоматическая болт-винтовка. Открыть ворота! Я не знаю, что ну, лучше. Сэр, сказали... цепной меч. Цепной меч у меня есть. А, смотри, я не могу цепной меч использовать с этой пухой. Не-не-не-не-не, тогда я, наверное, возьму все-таки обычный этот вот. Что происходит? Снова наступают. Нам где? Их удержать. Ты будешь служить императору, солдат. Не дайте им себя окружить. Да уйди ты, блин, не закрывай мне. Обзор не закрывайте мне. Граната, блядь. Да уйди ты с экрана, на хера он передовой-то встает. Пора перезарядиться. Да не дурачки, что ли? Прям на линии огня встают и все это глянет. А, слушай, прикол такой, смотри, эта пушка потом сам выкидывает. И вот тогда зашибись, тогда нужно брать тяжелое оружие, выстреливать полностью патроны, и он меняет на обычное. Где, кто? На нахер. Оу! Заряжаю! Жесть!
Давай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, тихо! У меня гранат нету, нету! Ой-ой-ой-ой-ой! На нахуй! Класс! Бегом, 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 бегом! Руби его! Есть! Бляха, как же так? Вот так-то. Ебать, какой-то трэш. На. Они ничему не учатся. Очень тупо, что они встают прямо на линии огня. Я вообще этого не понимаю. Блядь, я стреляю, они обзор закрывают и все. Бля, мне в него не попасть! Есть, готов. Быстренько, быстренько, ящик, ящик вижу. Ящик. Отлично. Ебать, это что-то с чем-то. Ну нахуй. Готово. Давай, 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 давай. Ну. Опа, поймал. Бегом, бегом! Есть! О, все внутрь! А я как? Мы не будем их добивать! А я же как? А я как? Они не закончатся! Наша цель — сбить корабль пулей! Давай! Гвардейцы, закрывайте ворота! Ебать! А что делать-то? Уходим, уходим, уходим! Продолжайте атаковать! Ебать! Орков такого не увидишь. Зато проще убивать. Худшее еще впереди. Это жесть. О, представляю. Мы зря тратим время. Очень мощные бои, реально сложные такие, достаточно классные. Кланы все убежали, я там стою один на этой площади. Все бежим в двери, блядь. И я там один остался. Зашибись. Вот они молодцы, конечно. Нет бы там помочь, я не знаю, прикрыть, подождать, там еще что-нибудь пострелять немножечко со мной вместе. Не, нахуй. Убежали и все, а я там руби их с той этой пилой своей, пока бензин не кончится. Вот такая у меня команда. Да. Майор Саркана! Говорите! Мы встретили один из ваших отрядов. Спасибо, милорд. Я дам им новый приказ. Воротики, конечно, ебические просто. Путь свободен. Идем. Святая Терра. Так, вот это что такое? Давай посмотрим. Это ничего, это какая-то взрывная бочка, я понял. Здесь так. Была бойня. Болт карабин. Не оправдание для трусости. Болт-карабин мне нравится. Подожди, а это автоматическая болт-винтовка. Нож. Тяжелый болт-пистолет. Так, ага, у меня до этого была автоматическая болт-винтовка. А сейчас я взял какой-то карабин. Давайте с ним постреляем. С ним побегаем. Я, честно говоря, мне казалось, что здесь нужно как-то снаряжать чувака, то есть прокачивать оружие. Осколочное. Собираешь снаряжение. Тяжелый болт-пистолет. Он ничем не отличается? Наверное, нет. То есть я думал, здесь как-то чувака снаряжать надо, то есть ты там как-то выбираешь какое-то себе конкретное оружие, которое тебе нравится, прокачиваешь оружие, и перед каждой миссией ты типа ему даешь, вот выбираешь, с чем ты пойдешь на миссию. А тут как бы просто бегаешь, и по ходу игры просто что попалось, то и если хочешь, берешь. Получается как-то так, что ли? Ладно, давай так. Путь-путь-путь! И когда открытое пространство, ну реально очень сложно. Они прям реально как рой со всех сторон. Просто жесть.
Вот когда вот так вот, вот эти вот туннели какие-то, здесь понятно, откуда они нападать будут, как бы, здесь все ясно. А вот у вас с открытым пространством вообще беда, конечно. Так, ага. Так, цепной меч у меня есть. Так, давай сюда попробуем еще забежать сейчас. О! Эта штука. Эта штука пошустрее. На нахер. Стоп, стоп, мы сюда сразу не пойдем. Подожди, подожди. Болт, винтовка. Пора за работу. О, гранатомет, подожди. Эта болт-винтовка оснащена подствольным гранатометом. Нажмите LS плюс RS, чтобы его использовать. А, вот, смотри. Слушай, да, я вот возьму с этим, с гранатометом хочу, да. Так, ну я понял. Блять, столько много кнопок. Это пиздец просто. Надо блокироваться. Надо прицеливаться, надо стрелять, надо бить сильно. Надо подствольником пользоваться. Это... Надо гранаты кидать. Ой, очень много всякого нужно сразу. Меч, инфопланшет, да? Жуткие ксеносы зашли нам во фланг. И тогда во дезертиры фланг. Побежали. Пусть император без промедления покарает тех, кто оставил свой народ. Мы перегруппировались и отбивались сколько смогли. Держались за каждую пять и забирали оружие упавших. Мы будем сражаться до конца. За Катию, за императора. Мы будем сражаться до конца. А снайперская винтовка прикольная. Но снайперскую винтовку я не буду брать стопудово, потому что это очень медленно. И с такими, блядь, ордами это, вот этих тараканов я точно не справлюсь. Я возьму, оставлю с гранатометом пока. Но мне еще та понравилась. Скорострельная, очень прикольная. С другой стороны, чем больше скорость стрельбы, тем быстрее будут расходоваться припасы просто-напросто. И все. Поэтому нужна четкая золотая середина. Я считаю, эта штука будет очень прикольно, то, что я взял. Плюс там еще 5 или сколько-то патронов, да? Сколько там патронов? 5 патронов, типа гранатометы. Ой, тихо! Ой, тихо! Ну так себе, кстати, гранаты сильнее. Ей нужно прям в цель четко пулять. Блять, как... Заряжаю оружие! Фу, класс! Мне нравится. А! Не успел я его разрубить. Так, был пистолет. Повторяю, ждем приказа о наступлении. Майор, вы на связи? Да на связи. Говорит лейтенант Тит. Назовитесь. Капитан Айден, сэр. Канал дальней связи был поврежден в бою. Они где-то рядом. Держитесь, капитан. Мы скоро будем. Присоединитесь к капитану Айдену. Хорошо. Так, боевой нож не хочу. Мне почему-то цепная эта фигня больше нравится. Труп. Так, это что, гранаты у нас, да, лежат? Гранаты. Нам, у нас максимум. Вот такие базы мне больше почему-то нравятся, они какие-то более антуражные. Смена магазин! Установка сразу за воротами. Должна быть консоль, которая их открывает. Ой, блядь, не попасть ни хера. Так, тихо, тихо, идет, идет, смотри. На! Ух ты, ё! Еее, чётенько. А, шваркнуло его на... Ой-ё! Меняю магазин! Так, давай-ка отсюда уходим.
готово. Я реально не успеваю. Они там вот комни в этой стоят. Их надо добивать. Я ни хера не успеваю, честное слово. На гранату. Поймал его. Ой-ой-ой-ой, нажали. Надо перезарядиться. Не успел. Давай! Какого? Какого? Твою мать! Да на! Ёпку. Неприятель устранен. Перезаряжаюсь. Ух, блюха. Низкое здоровье, примените стимулятор. А хер с ним, давай применим. Какая нам разница? У нас их так максимум. Нашел боеприпасы. О-о-о-о-о-о! Это что? Это что? Это вон стоит, смотри, а. На, нахер. Хе-хе-хе, нормально их там закидал. Тихо, тихо. Слушай, а я так понимаю, они вообще все плюются, да, вот эти еще твари? Просто один побольше, другой поменьше, и все. А так они все плюются. Ой, бля, вот это мимо. Нужны патроны. Это осколочная граната. На, нахер. Ай-яй-яй. Опа, поймал, поймал. Я увидел, что он отлетит. Стрелочка показалась. Надо перезарядиться. Ой-ой-ой-ой-ой, больно-то как, больно-то как, мать идти. О, здорово, вот это я здорово сделал. Бегом, 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 бегом. Цель уничтожена. Так, у меня нету патронов опять. Это же. А, вот подожди. Это граната. Ну граната тоже пригодятся, давай. Это я возьму. Это я возьму, да. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что? Это зачем так? Это зачем? Так, я хочу найти патроны. А я их. А, подожди. Вау! Расчищаю путь! Я круто, конечно, сделал. А нахера я сюда иду? Мне показывают наверх идти. Зачем я сюда иду, скажите мне? Плазменный пистолет хочу. Чудесный дар кузницы. Плазменное оружие. Удерживайте РТ, чтобы зарядить плазменное оружие. Заряженные выстрелы расходуют больше припасов и приводят к сильному перегреву оружия. Ну, блядь, ну ладно. Ну, давай попробуем. А, все, да? Это типа, это просто место, где можно взять плазменное оружие. Ладно, хорошо. Попробую, попробую. Я не люблю оружие, которое в перегрев уходит. Это такое себе, потому что ждать, пока они остынут. Это вся шляпа, это пиздец, конечно. А, ну ладно, побегаем. Постреляем, попробуем. Так, а здесь что? А здесь ничего, да, ладно. Так, гранаты, 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 погоди. Гранаты. Что нашел? Сейчас еще немножечко здесь посмотрим, что есть. Во, патроны, хорошо. А, стимулятор, это не патроны, ладно. Ну, тоже нормально. Так, ладно, нажимаем клавишу синтезатора, блин, гребаного. Давай, поехали, взаимодействуем. Внимание. О, да. Внимание. Внимание. Внимание, внимание. Саркана. На связи. Мы установили контакт с капитаном Айденом. Айден? Я думала, он погиб. Двигаемся к его позиции. Можете нас соединить? Сейчас.
Наверное, можем. Я в душе не его. Можем и соединить, не можем. Кого мы там с кем должны соединить, я хер знаю. Еще один стим... А, максимум два стимулятора, ладно, допустим. Так, вижу пухи. Давай сразу ящики. Цепной меч не надо. Цепной меч. Автоматическая болт-винтовка. Это мне пригодится. Автоматическая болт-винтовка. Болт-винтовка. Собираю припасы. Меня... У меня с гранатометом, да, автоматическая болт-винтовка, 35-175. С этим я их уничтожу. Ну, слушай, она прикольная, но я все равно это заставлю с подствольником. Так, что здесь еще валяется? Еще один стимулятор, который мне нафиг нужен. А, подожди, а нет, мне почти полный. Так, боевой нож неинтересно. Ну ладно, поехали еще. Ебать, я уж чуть не стрелять где-то иначе. Во имя императора. Есть контакт. Говори. Здорово, мне. Мужики, а чё сами? Капитан чё стоим? Айден, я думал, вы мертвы. Как бы не так, мэм. Вы непробиваемы, как Грокс. Сочту за комплимент. Грокс? Айден, нужно отбить орбитальные пушки. Бронетехника наготове. Робот тогда какой-то за дело, капитан. Слушаю. Так, захватите площадку. Покажем хорошо. Покажем им кадианскую ярость. О, там такой смотри. А, я не могу. Танк мощный, конечно. А что нет этих роботов не используют? Мне кажется, этих роботов можно очень классно использовать. Мундерлап, ты поехала такая, просто пиздец. Ой, бля, не попасть, нихера! Ладно, я не буду стрелять издалека. У нас на пути проклятые ворота! Мы разберемся с этим. Пульт управления. Понеслась. Поблизости. Пульт управления в той башне. Тогда нам туда. Как классно выходит, я не могу. Заряжаю! Вперед, вперед, вперед! О, смотри, он на хвосте танцует, не пугай. Идем. О, хорошо! На нахер! Класс! Они ничему не учатся. Так, погодите меня, я вот сюда вот забегу, куда-то они там убежали, мои солдафоны эти. Здесь вообще ничего интересного нет. Еще это трупы, гора трупов, стенок этих. Заряжаю оружие. Ай-яй-яй, это кто? Где? Хера, он за бойницей спрятался, сидел там за бойницей. Или заряжаюсь. Ух ты ж! Применил осколочную гранату! На нахер! Давай, давай, давай! Есть! Неприятель устранил! Взял его на своего товарища, так гёбнул. Ладно, он не обидится, наверное. Нашел боеприпасы! Так. Собираю припасы. Так, автоматическая болт-винтовка, нож. Все то же самое, короче. Ладно. Нажимаем кнопку. Ворота открываются!
Где какие, блядь, ворота открывают? Солдаты, тащите свои потрепанные души к воротам! Живо! Выдвигаемся навстречу кадетам. Так, а нам куда? Выполняем, лейтенант. Ага, хорошо. Вундервафля поехала куда-то внутрь, туда ворота открывает. Меняю магазин. Ебать, конечно. Такая мясорубка просто жесткая. Ну вот, смотри, стоит же, блядь, ракеты. Ёбните туда, в дыру-то ее. В чем, блядь, прикол-то? Тяжелый болтер, давай его сюда. Замечательно. Великолепно, блядь. Ааа, блядь, за императора, мать ваша. Блях, это круто. Блях, вот это я не успел. Убил. Еще один герой. Ебать. Есть, супер. Эльти с бегущим в ноги. А что творится, друзья? Что творится? А ну сюда, урод! Кто где? Кто где? Найти путь здесь будет сложно. Немного изменим планировку, милорд. Какую нахер планировку? О, да, давай. Мне кажется, сейчас танк жахнет. Смотри. Танк вообще пипец. Убил 17 гадов. Давай. Да. Молодец. Снова эта мерзость. Надо перезарядиться. Война просто какая-то тут происходит, это жесть. Просто лютая херня. Святая Терра. А это еще что? Заутрон. Какая-то летающая хрень. Жив, остальных убить труднее. Ой-ой-ой, уходим. Я понял. Заряжаю. Да что же она по мне-то стреляет только? Все, сдохла. Мало расходников. Ой-ой, уходим. Граната. Нету гранаты. На, собака. Или кто ты там? Готово. Давай, руби его. Ух, мощно. Это пиздец. Так, куда нам надо? А, все, никуда не надо. Захватите площадку, захватили. Валькирия готова, выдвигаюсь к вам. Хорошо. А, Валькирия это корабль, все. Я так скоро джойстик разломаю, нафиг, блин. Чисто! Запускайте орудие! Живо! Да точно баба из Вольфенштейна вот это вот ненормально. Пробьем в кораблях ульях дыры такого размера, что туда фрегат пройдет. Он не даст нам это сделать без боя. Он? Разум улья. Мощное коллективное сознание тиранидов. Нельзя его недооценивать. Майор, орудия полностью разряжены. Нужно время, чтобы пробудить дух машины. Живее! Тираниды дух бросят машины, все свои силы на эти позиции. Это майор Саркана. Немедленно перебросить второй и третий взводы к орбитальным пушкам. Так точно! Покажем уродам, из чего сделан восьмой полк! Да! За Нарнию? Что они кричат? Я прослушал. Послушал за Нарнию, блядь. Ай, блядь.
Ну, за Нарнию, так за Нарнию, давайте. Куда? Чего? Так, тут ничего не валяется, ну пойдем, ладно. Я забываю про супер этот самый. База планетарной обороны, позиция орбитальных пушек, хорошо. Я забываю про это, блядь, состояние берсерка вот это врубать еще. Майор, нужно отцепить периметр. Мои солдаты на позиции. Будут держать оборону. Враги полезут по стенам. Так, так, не так, пускайте. Так, так, так. Ну у меня это все есть. Собирались. У меня же точно такой же. А, нет! Да, вот это все нормально, да? Да. Так, что делать? Что делать? Подожди. Вниз. Хорошо, вниз. Ведите нас, святые войны, святой Иоанн. Становится все больше. Благодарю за эту победу. Нет, не сюда, а куда бежать? Просто защитите написано, давай защищать. Прорвали северную стену. Да? Где? Ух, ё! Ух, ё! А есть смысл сейчас... Нет, подожди, пускай поближе подходят. Стряхните их со стены! Достаточно грамотно бросить гранат. Да какой... Давай! На! Хорошо, хорошо пошло. Гранат, правда, уже нету ни хрена, но вот. Надо перезарядиться. А! Граната! Бля, а чё так мимо-то совсем? О, хорошо. Это я классно сделал. А, патроны, 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 патроны. Всё, максимум, хорошо, ладно. Чё дальше? Где ещё? Лейтенант, орбитальные пушки работают, но система наведения заблокирована. Нужно сбросить вручную. Кого? Куда? Братья, а, вижу. Скорее туда. Кого куда сбросить? Такой трэш творится. Так. Я сейчас, блядь, всех сброшу к чертовой матери. Собрать. Кого здесь собрать-то? Собираю гранаты, снаряжение. Честно говоря, я прям не вижу, что игра прям просто супер крутая. Да, кадры красивые, вот посмотри, красиво. Ничего не скажу. Но в принципе, все одно и то же. Бегаешь, стреляешь, рубишь, все. И, если бы еще добавили прятаться за укрытием, это был бы реально этот Gears of War просто. Куда я бегу? Куда я бегу? Я, наверное, сюда. Да. Помогайте по возможности, но не задерживайтесь. Наша цель здесь, система. Здесь просто наведения. Более динамичная боевка, как есть бы, и все. На. Бам, перезаряжаюсь. Но. Ой, как это круто. О, теперь это был вперед, смотри. Ну, мне нравится. Да. Жмите их. Это типа все одна миссия, как я понимаю, да? Когда она вообще закончится? Так, сюда? Или куда? Милорд! Ага, этот сюда. Лифт доставит вас к пульту управления. Мы удержим ксеносов! Да хранит вас император. Да, да, да хранит вас император. Так, пухи. Смотри, тяжелый болт пистолетов, атлетическая болт-винтовка. Не хочу, я пока оставлю вот эту штуку, она мне нравится с этим с гранатометом, с этим, с подпольником, очень классно. Так, единственное, что... Опять плазменный пистолет. Амнисия! Защити этих духов машины! Береги их, святые механизмы!
но позволь их данным затеряться. Секреты, которые мы Adeptus Mechanicus извлекли из их хранилищ, они не должны были увидеть свет никогда. Прошу, пусть все случится быстро. Молю Бога машину. Пусть генерал Фабрикатор да, ну нафиг. Знает о том, что мы нашли. Да ну нафиг, он что, запоролся? А, вот, отпоролся, хорошо. Иди сюда, дебил, вот. Из-за него сейчас бы это запоролся, игра могла. Охереть, я думал, все, думал, зависли. Нет, все равно. Кайр, слышишь, дружище, ты это, майор Саркана, не балуй давай, ладно? Система наведения. Нужно вручную поднять лепестки спутниковой антенны. Будет сделано. Майор, я вижу механизм, до связи. Император хранит нас. Будьте начеку! Тираниды вас заметили! Нас заметили, говорит. Не подпускайте их, пока я работаю. А это God of War, реально крутилка. Как God of War, блин. Честное слово, такая же херня была какая-то. Давайте защищайте меня! Один готов. Ай, отходим, ай, отходим! О, класс! Класс, 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 класс! На нафиг! Еще один готов! Так, чего, блядь? С этим я их уничтожу. Так, дальше идем. Святой император видит твою жертву! Давайте, прикрывайте меня, друзьяшки. Кайрон, Гадриэль. Я колесо кручу, а вы стреляете, давайте. Осторожно, мины! Какие нахуй мины? Готово! Теперь следующий! Ранение! Отлично! Так, гранаты, гранаты нужны. Боевая граната есть. Ой-ой-ой! Понеслась! О-ха-ха-ха, покрошу. Дальше, дальше бежим. Третье колесо надо покрутить. Кручу колесо, кручу. Так, прикрывайте, прикрывайте меня. Твою мать. А прикрывать меня кто будет? Милорд, мы не сможем применить пушки, пока не поднимем лепестки. Да? Так, блядь, иди да подними. Я тут, между прочим, это... Дерусь как бы, блядь. Неприятель устранен. Так, все, быстренько крутим дальше. А, блядь, с самого начала? А, нет, нет, смотри, продолжаю. Пора перезарядиться. Все, готово, я все это починил, давайте, что дальше? Еще один. А, еще четвертое колесо? Гранаты, гранаты, обязательно подобрать гранаты. Баба какая-то орёт, шесть какой-то. Ребятки, ну, да, блин, конечно. Вы где, блядь, ходите-то? Мать, идите, давайте, прикрывайте меня. Ёпа, мать, прикройте, говорю же. Ой-ой-ой, херня взрывается. Хорошо. О! Ебать, 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 стимулятор. Милорд, мы бессильны против кораблей ульев, пока не поднимем лепестки. Да погоди ты, лепестки, блядь, свои поднимай. Зашибись, вроде никого нет. Готово. Так, дальше что? Готово. Милорд, что дальше? Контейнеры движутся горгульей. Они хотят снести систему наведения. Так не пустим их. Все, где пульт? Быстро. Самое интересное, что они такие чистенькие, смотри, вот это плохо сделано, что они в крови не пачкаются, смотри, они чистые бегают. Я уже килотонну этих тварей перерубил этим мечом, а я все равно чистенький, смотри. Как так-то? Почему они не пачкаются? Так неинтересно. Нашел боеприпасы. Так, что дальше-то делаем? Куда бежать-то? Что делать? Ебать. Чё делать? Антенна атакует рои горгульи. Защищайте антенну.
Болт, винтовка, ГП. А куда бежать-то, вы мне скажите? А, вижу. Ладно. О! Заряжаю! Охренеть. Опа! Враги повредили антенну! Да подожди ты за антенны, блядь, тут без антенны геморроя хватает. Еще ты, блядь, со своей антенной здесь. Так, дальше кто? Кто куда? Осколочная граната! Давно пора уже осколочную кидать. Защитите тем наведение. Да куда бежать-то? Вообще не врубаюсь, что делать. Собираю припасы. Император защищает. Так, подожди, наверное, сюда все-таки надо, они для чего-то стреляются. Или заряжаюсь. Я как... Вот, вижу. Так бы сразу. Скоро войны. Надо перезарядиться. Враги нацелены на антенну. Ликвидируйте их. Да, я ликвидирую. Уж как могу, простите меня, ликвидирую. Враги повредили антенну. Что за... Ах, ты здорово-то как. Ну, здрасте. Враги повредили антенну! Добивай его! Че ты стоишь, не добиваешь его? Прикройте меня кто-нибудь там со стены. Пока я этих горгулей вот убиваю. Все. А антенна только, ну понятно, да. Боеприпасы кончились. Плазменный пистолет. Перегрелся, здорово. А, остывает, кстати, очень быстро, нормально. Тихо, тихо. Мне тут спину накидывают. Враги повредили антенну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тяжелый болтер взял. Перезаряжаюсь. Ебать! А что творится? А что творится? Ой, ёпан. Пиздец какой-то! Их нужно отбросить! У меня моих уже этих почти добили. Милорд, антенна сильно пострадала. О, пипец-то какой. А эти, смотри, они просто стоят, блядь. Вот смотри на них. Ну вы, блядь, даете, ребятки. Просто стоят и смотрят, блядь, по сторонам. Антенна сильно пострадала. Так, это что такое? Мель-то что-то там. О! Ну, хера себе. Тут еще, блядь, можно и проиграть. Странная антенна. И сейчас все заново, да? Все четыре антенны или сколько? Да, походу, да. Да. Так, ладно, какую-то там пуху взял очень мощную, непонятную. До конца ее чуть не распробовал. Так, стимулятор обязательно схватили, побежали. Так, антенна А, где? Вот, вижу. Защищайте антенну. Слушай, а если вот так вот? О! Так вы бы сразу бы сказали. Так, готово, да? Или заряжаюсь. Так, сюда вот нужно будет дальше бежать, смотри. Есть, хорошо попало.
Ух, как я начал где-то стрелять, а? Смена магазина. Новые горгульи летят к антенне. Подожди, они что, с пушками стоят? Я думал, они плюются, а это они из пушек стреляют. Враги нацелены на антенну. Это было больно. Ликвидируйте их. Тихо, тихо, мне нужна другая пушка. Зачем я эту пушку взял? Пора за работу. Давай, 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 давай. Враги повредили антенну. Сука, меня же там сейчас убьют, делайте что-нибудь. Ёпта мать, что происходит, что происходит? Так, есть, это я сделал. А, вот еще, подожди. Сука! Не попасть. Это пиздец, друзья. Это просто... Пиздец какой-то. А где мои помощники? Враги повредили антенну. Уходим, уходим. А, тихо, тихо. Спокуха. Блядь. Это пиздец. Это просто пиздец. Секунду, братья. Где мои сраные помощники? Надо перезарядиться. Да ёб твою мать! Их нужно отбросить! Так, тихо. Еще один готов. Я реально, я не успеваю ни хрена делать, блядь. Заряжаю! Нашел боеприпасы. Давай. Это пиздец. Это просто. Это жесть. Все, есть. Так-то лучше. Воу. Это что в меня так прилетело мощно? Я умираю. Я умираю. Я умираю. Я умираю. Бумба! Сдохло! Давай! Все, я сдох, я сдох, я сдох, я сдох! Ой, все, мне хана! Есть! Уходим, уходим, уходим! Куда бежать-то, мать вашу? Куда бежать? Что делать? Я вообще не врубаюсь. Тихо! Стимулятор! Туда, братья! Есть! Есть! На, тварь! Тварь мертва! Вон, 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 вижу метку. Нет, это не метка, это я поставил метку. Куда мне бежать? Куда пушки бежать? Пушки готовы! Используйте пушки готовы. Терминал для наведения! Пиздец какой! Стимулятор, стимулятор! Быстро! Блядь, это просто адский трэш. Посмотрим, как будут гореть эти нечестивые корабли. Нифига себе, вот это вот какой-то рак в небе летает. Там его поджарим это, с пивком, на нахер. Вот он краснеет потихонечку, рак наш. На нахер. И представляешь, сколько с неба должно этого дерьма просто вот упасть. Вот кишок, там, крови вот этого, всего говна вот этого, тараканьего. Это одна сраная миссия была. Просто. Я в ахере, просто это одна миссия была. Единственное, что не прикольно, короче, что они не пачкаются в крови совершенно. И
иногда получается неразбериха, что вообще откуда летит. Вот и все. А так все круто. Так очень хорошо все сделал. Но опять же, я видел отзывы, что там пишут, это просто, это прям восхитительная супер игра, это просто там что-то нечто. Нет, ну как бы прям супер чего-то крутого я не вижу. Красиво, да, интересно, да, динамично, да. Но как бы и все. Я думал-то прям, что будет сверхъестественное какое-то, а здесь нет. Здравствуйте, это мы прилетели. Лейтенант, у капитана Акерана для вас новые приказы. Хорошо. Да насрать вообще. Где Элиан? Враги пытались взять числом. Пришлось разделиться. К тому моменту, как мы отразили нападение, Элион был уже мертв. А? Нечто проделало дыру прямо в его шлеме. А? Я должен был пойти Нечто. С вами. Жаль, что он не смог увидеть крушение корабля Улья. Нечто, ну, наверное, это эти жуки, блядь, эти. Я сражался плечом к плечу с Элионом 20 лет. Его не могли одолеть хармагаунты. Там внизу есть существа куда смертоноснее хармагаунтов. Робот какой. Тебе не следовало разделять отряд. Он пал в бою, сержант. Таков наш долг. Я не забываю братьев так быстро. Доброй охоты, брат. Вот так вот, друзья, вот на таком вот красивом, этом самом... Мы это самое, остановимся сегодня, а миссию мы одну сделали, выполнили. Поверните, вот так вот, во, бля. Сейчас этот робот мне как спину стрельнет. Во, друзья, напоминаю, что на Ютубе мы теперь, я теперь не стримлю пока что, пока там скорости у нас не вернутся, да, стримим на ВК Play Live, а группа ВКонтакте Борода Play и на Твиче, все ссылочки в описании под видео. А, пока потихоньку привыкаю, вот нашел там чат и увидел, заработали... Что-то еще, обязательно подписывайтесь, колокольчики оповещения ставьте, пишите комментарии, пишите в группе обязательно что-нибудь, вот, в общем, как-то так. Вот, на сегодня все, всем, кто смотрел, спасибо, до следующей серии, будем дальше проходить, игрушка, в принципе, лютая, будем рубиться. Всем всего хорошего, удачи, пока-пока.